Я еду из Болгарии в Грецию. Вместе с группой болгар мы на автобусе пересекаем границу в одном из пунктов. Поскольку болгары могут свободно передвигаться по любым странам Европы, им достаточно показать при пересечении границы только свою личную карту. И обычно это происходит прямо в автобусе. Но, как оказалось недавно, опять что-то нарушили сирийские беженцы, проживающие на территории Греции, и поэтому нас попросили всех выйти из автобуса. Данные каждого болгарского гражданина сверяют с банком данных, ну а меня, как российскую гражданку, естественно, попросили показать паспорт и проверили наличие шенгенской визы. И поставили штамп. За качество видео прошу меня извинить. Снимать здесь, естественно, запрещено. Я делаю это тайно. И поэтому вот уж как получилось. Вся процедура заняла меньше 15 минут. И вот мы садимся в автобус и едем через туннель уже к греческому пункту проверки. Гид рассказывает о том, что тоннель был построен несколько лет назад. Называется он Мечкин, медвежий, поскольку в этом районе обитает очень много бурых медведей, и при строительстве тоннеля были учтены требования экологов о том, чтобы медведи могли спокойно передвигаться по туннелю в случае надобности. Греки решили процедуру не усложнять и все проверили прямо в автобусе. Ну вот, я и в Греции. А это уже панорама Кавалы, первого греческого города, который я посетила. Но об этом я расскажу уже в специальном видео, как и о других своих греческих приключениях. Эти видео размещены в отдельном плейлисте, который так и называется «Греческие приключения». Ну а если вы еще не путешествовали со мной по Золотому кольцу России, Калининграду, Бухаре, Польше, Молдавии, Румынии и Болгарии, заходите на плейлисты, посвященные этим моим путешествиям и приключениям. Ссылки на них будут в описании.